Избавься от рабства вещей. Талер Дергер какой-то жив. Восстань или умри. О, респект. Короче, гоним. Черные кварталы продакшн. И Колян фильм студия Корпорейшн. При содействии безоблачная погода. Фигачим на велокоп, короче. Сегодня будем убиваться по восемнахе. Убиваемся по восемнахе, дорогие друзья. Тут вот хвойные леса. Я вот все хочу вот эти хвойные леса как-нибудь пробить. Тут помойка, конечно. Ну, может, и советы будут, не знаю. Но сегодня не за этим. Сегодня за стариной, так за стариной. Короче, после того, как я шурфил под дождем, шурфил под ливнями, прошло сутки, сутки реабилитировался, короче. Конкретная реабилитация была. И выдвинулся вновь. Теперь уже в другое местечко. Блин, всю ночь лил дождь, вообще ливень херачил, страшно. В лесу дороги, конечно, сырые, сложно ехать, блин. Сыровато, блин. Красота, блин. Сейчас, короче, поднял кусок перстня. И вот еще какой-то. Какой-то сигнальчик, блин. О! Что-то тут. О, манитос, блин. Полушка. Полушка, ну. Нормально. 49-го. Вот пошло дело. Вот она, первая монета сегодняшняя. Полушка с 1749 год. О, орел. Респектовенький такой, блин. Нормально. Что, сигнальчик? О, блин, хороший сигнал такой. Ну давай что-нибудь. Давай что-нибудь такое знатненькое. Пора бы уже что-нибудь хорошенькое поднять. Упало, что ли? О! Ох, ё-моё, монета, походу, монета, блин. Точно, вот она. О, деньга, блин. Нифига, вы посмотрите, какой орел, блин. Какой сохран. Вот это сохран, ё-моё. Офигеть, смотрите, деньга как новая. Блин, я сейчас покажу поближе. Штаны, блин, ё-моё. Вы посмотрите только, какая деньга. Какой сохран удивительный, блин. Все перышки, смотрите там. Офигенно, офигенно, блин. И здесь, и с этой сторонки. 1741 год. Отличная, отличная денежка, блин. Я в таком сохране давно не подымал. Эх, обалденная. Сигнальчик-то такой четенький, вообще классный. Респект. Пошло дело, ищем. Итак, еще сигнал. Что-то мелкое, что ли?
Ну да, что-то мелкое. Гвоздик. А рядом с гвоздиком-то еще какой-то сигнал, блин. Не понял, куда делась. Глубоко, походу. Ага, выкопал. Пуля от Мосинки. Блин, сигнал, ё-моё. О, монета, блин, вижу, вижу уже. Деньга. Ха-ха-ха, я опять в таком сохране. Деньга, ну в сохране вообще классном. Вот эта деньга уже, в принципе, в сохране, но не в том. Когда-то вообще было в огнях. Это все же, ну это почистить немного и тоже будет нормально. Вот тут орел, тоже с перышками, там со всеми делами. О, елки зеленые, блин. Четкий сигнал, прям орет, прям, ё-моё, деньга, деньга. Зашибись. Вот, короче, лунка, деньга была. Во. Еще сигнал отличный. Рядышком, рядышком. Давай, давай, где ты? Отлетела куда-то в свою сторону, блин. О. О, монета, блин, монета, да? Точно монета. О, полушка, полушка Елизаветы, блин. Или Екатерины. Не, Екатерины, Екатерины. Да не жужжи ты, блин. Екатерины, полушка, ну. Ага. Респектовая. Так, полушка Екатерины II. 1768 год. 1768. ЕМ. О, нормальная такая. Сохран прикольненький. Зашибись. Тутун-тутун-тутун. Хабар пошел, пошел хабар-то, ё-моё, блин. Братаны, наконец-то. Так, очередной сигнал. О, монета. Советик. Я думаю, что такое, странный какой-то сигнал-то, блин. 3 копейки 78-го года, блин. О. Поздний советик выскочил. Минут 40, наверное, ходил, сигналов не было. Ну вот, наконец-то сигнальчик. О, монетос. Или что это? Да, монетос. Деньга. Деньга тоже неплохая, но... Уйди ты скрипеть. 48-го, что ли? Вроде как, ну. Ага. Так. Тоже такая бодренькая монетка-то, блин, ё-моё. О. Деньга, красота. О, патина какая красивая, блин. 48-й. Пойдет. Ну вот, 48-й, 50-й, они самые такие частые. 49-й. Ну, 48-й, по-моему, самый даже частый год. Постоянно вот 48-й попадаются деньги его. Нормально, 18-ка. Что ж поделать. Прибор уже видавший такой виду такой перемотанный, перефигнотанный такой. Дембельский прибор, блин. И лопата тоже проварена чуть-чуть вон там вон. Я говорю, вот эти вот телескопы делают. Вот там, вот в этом месте как раз хреново сваривают. Я там подварил, нормально.
Так что ищу дальше, короче. Братаны, слышите, какой обалденный сигнал? О, вылетела, вылетела. Смотрите, блин, ё-моё, вот она. Полушка. Ага, полушка Екатерины Второй. Ну, сегодня вообще зачетно, блин. Это вам не это, блин. Это вам полушка Екатерины Второй, блин. 1766 год. Коняга. Ну, пятнашечка не подвела, не подвела. Не подводит, блин. Продолжим. Что-то звонит какая-то мелочь. Ой. Кольцо, что ли? О, точно, блин, кольцо 18-е. О, с точками. Я уже как-то на форуме на одном обсуждали, что это за точки. Никто толком сказать не может. Ну, есть какие-то предположения, типа, это какой-то оберег. Вот это вот, сейчас я поближе покажу, на видеокамеру достану, вот. Колечко, перстенек. Вот, вот такие перстеньки, вот с такими вот точками, с узором интересным. Вот они часто попадаются по Васинахе. У кого есть какие-то предположения, что это за символ означает? Вроде это какой-то оберег, вот эти вот, вот точки. Три их, там четыре бывает. По-всякому. Разное количество, вот оно. Вот такой вот моднейший перстенек, в общем. Продолжим искать. Время уже без 25. Ну ничего, до 6, наверное, похожу сегодня. Хабар идет, нормально, блин. Чё бы нет-то. Время 15:25. О, находочка, блин. А знатный крест-то был, блин. Жалко, конечно, верха нету. Знатный такой 18-й крестик-то был. С охран, вон, видно, там письмена. Но обломанный, блин, к сожалению. Ну ничего. Будем надеяться, что здесь и целые еще остались. А целые здесь кресты знатные были, блин, знатные, конечно. Ну, крупных-то, наверное, уже не осталось. Маленькие, может быть, целенькие еще есть. Может быть, найдем. Но здесь маленькие такие классные бывают. Такой разновид прикольный. Я вот редко встречается, который. В общем, такие вот дела. Ищем дальше. Итак, 16:55. Что-то под вечер пошли перстеньки, короче, блин, ё-моё. Под вечер перстеньки пошли. Эх, нестабильный сигнал такой тоже, блин. Был хреновенький. Он, походу, с камнем, блин, ё-моё. Точно. Вроде как с камнем, но вставленным. Вот такой вот перстенечек, блин, ё-моё. Ну, он, блин, с камешком, с черным вставленный. Вот такой вот прикольный. Да, это времена наших первых поселенцев. Наши первые поселенцы в нашей области потеряли. Продолжим искать. Попался сейчас интересный осколок перстня такого. Это, походу, низкопробное серебро 18 века. Вот оно. Какой-то такой интересный рисунок. О, блин, жалко, конечно, не целый. Да, прикольная тема. Тоже хреновый сигнал такой был, блин. О. Эх, блин, вот красота была бы, если бы целый был. Зашибись. Неплохо сегодня, чё? Ну все, братаны, на сегодня хорош, умаялся, 6 часов около, 6 часов копал, короче. Фу, весь спотел, устал. Домой еще долго ехать. В общем, до новых встреч, спасибо всем, кто смотрел. Респект вам.